Я всегда во всех концертах с огромным удовольствием пою и читаю стихи Татьяны Дрыгиной. Я надеюсь, она в зале. Она опаздывает. Но она будет. Но я сейчас прочитаю, а когда она будет, она сама прочитает и споет, и вы тоже вместе со мной восхититесь, какая она тонкая и удивительная. Я иду счастливая по городу, ищу сочувствие глазами, но заботами забиты головы, сумки колбасой и овощами. Некогда быть добрыми и грустными, и смеяться, и просить о помощи. И себя я виноватой чувствую, и скорее покупаю овощи.